ଶ୍ରୀଯୁତ ପଦକମଲ ଶ୍ରୀଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ଶ୍ରୀରୂପ ସାଗ୍ରଜାତ ସଗଣ ରଘୁନାଥମିତ ତଂ ସଜୀବଂ ସାଦୈତଂ ସାବଧୂତଂ ପରିଜନ ସହିତଂ କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଂ ଶ୍ରୀରାଧା କୃଷ୍ଣ ପାଦ ସଗନ ଲଲିତା ବିଶାଖାମିତାଂଶ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶ୍ରୀଅଦ୍ୱୈତ ଗଦାଧର ଶିବାସାଇ ଗୌର ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ ଅଲ୍ ଗ୍ଲୋରିସ୍ ଟୁ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଆଣ୍ଡ ଗୌରାଙ୍ଗ ଅଲ୍ ଗ୍ଲୋରିସ୍ ଟୁ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଅଲ୍ ଗ୍ଲୋରିସ୍ ଟୁ ଶ୍ରୀ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଅଲ୍ ଗ୍ଲୋରିସ୍ ଟୁ assembled devotees. So today we have a questions from question from devotee from Australian devotee. I am so happy to hear your answer. I can clearly perceive how they are emanating directly from your personal experience and realization. This is very important inspirational to me. You are an inspiration. I have a few more questions. Actually, this format is very good because they question the question and answer is preserved on video. I have more questions, Gurudev. My question one, besides the chanting of Sri Nama and the six attributes Saranagati, what offer essential quality for knowledge? What other essential quality or knowledge must be cultivated to make rapid progress on the Bhakti Mahārāja? So, besides the chanting Sri Nama, Hare Krishna Mahamantra and six attributes, Saranagati, Hare Krishna Mahamantra, за исключением шести составляющих Саранагати, таких как смирение, терпение,
Daina Atma and submission. Daina Atma Nivadana. Humility, submission, Bhaktivedanta. Krishna is protecting me. Вера Krishna в то, что Господь защищает меня, что Он поддерживает меня, что то, что благоприятно для преданности, принимать и отвергать все то, что неблагоприятно для преданности. Это шесть атрибутов Шаранагати. А также знание. Знание нам нужно столько знания, сколько... нам нужно такое знание, чтобы установить любовь, чтобы служить с любовью. Сколько есть нужда в этом знании, мы будем его получать. Чтобы воспевать с любовью, тогда все придет. Все придет и будет совершаться с любовью. И это совершенное качество. Любое знание, любые правила Писания, все они имеют одну цель – установить любовь в нашем сознании, в наших сердцах. So, this bhakti mark means, bhakti means love. Bhakti mark. Бхакти означает without любовь. Any material expectation, любовь без каких-либо ожиданий. To chant, это воспевание с любовью to serve, Lord, и служение Господу и преданным Господу. Lord himself. So, question two. И следующий вопрос. What should be our prayer? Какова должна быть наша молитва? Sadhakas, what should be the mood как and sadhakas? Content каково должно быть наше настроение и поведение? Должна ли мы концентрироваться на милости Шигуру, молиться Ему, или мы должны концентрироваться на Господе, или на них обоих? Молиться о том, чтобы обрести истинную милость от Гуру, Вайшнава и Бхагавана. Поэтому милость, то есть крипа, можно ее получить только если мы будем служить им. И нам нужно прилагать усилия, чтобы учить их милость. И как садхаки мы должны служить Гуру, сколько у нас есть сил, возможностей, мы должны это делать. Это не так, мы не должны смотреть, что вот кто-то там как-то так служит, а я типа служу меньше. Или служу больше. То есть, согласно нашим возможностям, как вот этот пример приводится, когда стрелы, они также помогали строить мосты Рамачандры на Шри-Ланку. Обезьяны кидали там камни, приносили. А что делали эти стрелы? Они просто катались в песке, и весь этот песок, который застревал у них в шерсти, они просто прибегали на этот мост и вытрухивали. И Рамачандра видел это, он был очень счастлив. Поэтому вы можете увидеть, что у сквирели в Индии у них есть три полоски, это как след от пальцев. Ширамачандры, то есть он их погладил, и тем самым благословил. Это был максимум. То есть, несмотря на то, что они принесли всего лишь чуть-чуть песочка, да, и это было в рамках этого моста не шло, но это был максимум их возможности. Поэтому Рамачандра был доволен им так же само, как и все остальные. In our current position, we are worshipping the Lord with an aspect of
Нашим нынешним положением мы служим Господу, ожидая Господа. We do, though, aspire to worship in ragatmika bhakti. Can you explain something about the transition from vidhi to raganuga bhakti to ragatmika? Но в то же самое время мы как бы желаем. Vidhi means rules and regulations. In the first stage, when we are practicing, you know, just раги. Entering to practice the devotion, then we have to know the rules and regulations. When you really manage to maintain all the rules and regulations automatically, like when a person is learning to drive bicycle, you know, bicycle. Можно сравнить с учебой, учением катания на велосипеде. То есть, когда я только учился, то мне нужна была помощь. То есть, или в автомобиле так же самое. You know, this Indian car, I don't know the Western car. Western car also, everything automatically. But Indian car, if you just accelerator, then clutch, then brake, then gear, then mirror, you have to watch simultaneously everything. Otherwise, you cannot be good driver. Как-то все автоматически. First, you have to make газ, тормоз, know how to make, how to do that. Practice. It's the rules and regulations. И нужно so similarly, when we just when we just enter in bhakti. И так же самое здесь, на пути бхакти, нам нужно знать эти правила предписания, как практиковать бхакти. Но постепенно, практикуя этот путь, мы должны стать на путь рагатмики, то есть следовать по стопам тех, кто Like Prajagopis, we have to follow the footsteps of Prajagopis. Путь гопи. All the Prajagopis, they are Рагатмика. They are spontaneous love. Все Раджагопи, они Рагатмика. They don't need any teacher. They just spontaneously serving Lord Krishna. They know what Krishna like. Они знают просто, в чем Кришна нуждается. When we are able to follow the footsteps of Рагатмика devotee, и служат ему от сердца. И когда мы сможем следовать по их стопам, только тогда можно будет сказать, что мы Рагануга. Means also spontaneous love, but they have, we have to follow the footsteps of gopis. Рагануга – это те, кто обладает спонтанной любовью. И наша цель сейчас в том, чтобы стать последователем гопи. И самое главное, первое, это самопредание. То есть, когда мы знаем правила предписания, тогда мы можем предаться. Шаранагати, как вы спрашивали об этом в одном из своих предыдущих вопросов. Attributes of Шаранагати. Шаранагати is the door of devotion. I think, do it, think about it. Размышляйте об этом, действуйте в этом направлении. Go through more questions about Can Maharaji please kindly explain and elaborate on six types of panchaka in Vyasa Puja? Oh my God, this is big. Anyway, six types of panchaka. Panchaka means five. Есть шесть типов панчаки. Кришна панчака означает Кришна. В центре Кришна. Surrounding Krishna, the four expansion of Krishna. А вокруг него четыре экспансии Кришны. Васудев, Самкаршан, Прадюмна, Анирудха. Это первая панчака. Вяса панча. Потом идет Вяса панчака. Surrounding Васудев. Пайламуни, Джоймуни муни, Вайшампан муни, и Сумантра муни. Four main disciple of Васудев. Это
главные ученики Вьясадева. Then Acharya Pancha. Там Acharya. Acharya, our Bhagavat Acharya is Shukadev Goswami. Наш Бхагават Ачарья это Шукадев Госвами. Vyasadeva's son Shukadev. Сын Вьясадева. Shukadev Goswami the middle. Он surrounding. А вокруг него. Four Acharya. Четыре Ачарья. Like Madhva Acharya. Мадхва Ачарья. Рамануджа Ачарья. Vishnu Swami and Nimbarka. Nimbarka. Then Shanokadi Pancha. Middle Vishakshan. Surrounding Vishakshan. There is Shanak, Shanatan, Shanandam, Shanandam, Shanandam Kumar. Kumar. Have to do puja. Then то есть так вот по очереди мы должны проводить пуджу. Затем Гоура Панча. В центре Махапрабху. Нитянанда Пабху. А вокруг него Нитянанда, Адвайта, Гададхар Пандит. And Сривас Пандит. Then Гуру Панча. Затем Гуру Панча. Гуру Панча middle Дикша Гуру. Это Дикша Гуру. Then means Парам Гуру, means Парам Гуру. Then Паратпар Гуру. Затем Паратпара Гуру. It for me. Паратпара Гуру и Сила Гоу. Для меня Паратпара Гуру это Парамешти Гуру, Парамешти Гуру, Бхакти Винод Такур. And then at the end, и в конце, Брахмаджи, because we are Брахма Парампара. Брахмаджи. Брахма. Поскольку мы принадлежим Парампара. This is the six Панчака. Это вот Пуджа Мантра, I cannot tell you. Панчки. But anyway, just я не могу вам сказать. We are worshipping Vyasadeva. Ом Вьясадевая намо. Когда вы поклоняетесь Господу Вьясадеве, например, Ом Вьясадевая намо. Each one we have to individually do puja. Каждому из них мы должны индивидуально провести пуджу. We have to start from guru. Нужно начинать с гуру. Then we get guru's blessings. Получаем гуру благословение. Ачарджо. Затем через Ачарьи, Санакади. Then actually gradually. И постепенно. Мы будем продвигаться вперед. И в конце Кришна Панча. Before Кришна Панча, we have to worship Гоура Панча. Но перед Кришна Панчаком мы должны поклониться Гоура Панча. I hope you understand that six type of Панчакас. Вы понимаете шесть типов Панча. If Krishna arrange, Krishna allow us to be meet each other again, any place around the world, especially in Malaysia. Бхактару Прабху, Малайзии, например, в доме Бхактару Прабху, мы можем обсудить это. Discussion about this. Six Панчакас for Vyasa Puja. Anyway, it is difficult for Western people, but это может быть сложно для западных людей, we have to do it. Но нам нужно это делать. With our best. Сколько нам позволяет эта возможность. Look this yesterday Sri Chaitanya Charitamrita. Продолжаем читать Чайтанья Чаритамриту Мадхва Лилу. Мадхва Лила. 8th chapter. Восьмая глава. Кришна Бхакта Бичхари Тиру Тибратама Дукха. So here Mahaprabhu asking, among the all the distress, what is most painful distress, severe distress? Рай Рамананда says, что могут быть в этом мире, Кришна Бхакта Бираха Вина Дукха Нахи Пара. Что может быть самым ужасным? Most и Рай Рамананда отвечает, что самое болезненное, самое плохое, что может случиться в этом мире, это разлука с преданными. Кришна Бхакта Вираха. Какое страдание самое Krishna, великое в этом мире, in the mood and form of Shrimati Radharani. Махапрабху это сам Кришна в настроении. Харидас Такур физически passed away. Форме Шримати Радхарани. Когда Харидас Такур оставил этот мир, да, Чайтанья Махапрабху он сказал нечто очень замечательное. Then what? Actually, everyone
let me see what he said. প্রভু কহে হরিদাসে সমুদ্র জলে স্নান করাইলা, প্রভু কহে সমুদ্র এই মহা তীর্থ হইলা। মিন্স লর্ড চৈতন্য টু বেরিড সমাধি বেরিড начал копать самадхи. Хридас Тхакурс боди near Сарвадвара. Сарвадвара means one place. Близи Сарвадвара. Сарвадвара это место. Джаганатхапури. Джаганатхапури. Lord Indra is appeared. Индра, он исчез. This is the history. Как бы вошел. Lord Indra, Indra, king of heaven, came to take prasad of Lord Jagannath. То есть однажды такая история, что Индра, он как бы в образе обычного человека зашел в Ананда Базар, господа Джаганатха, желая вкусить Джаганат Прасада. И после того, как он сказал, что он принял Прасад, съел действительно очень много просада. А потом он сказал, у меня есть деньги, но они не с собой. Вот. И он тогда начал, он сказал, вот так вот, и он пошел. И вот так вот он в этом месте Сарвадвара, он вошел. В этом месте он вошел в рай. Индра disappeared from that place. Сварга это как бы вот это, ну, можно сказать, на санскрите на ори это рай. Хридас Тхакур. Свар это врата. Таким образом он вошел. Физикали пас. Это врата в рай. Махапрабху. И вот вблизи этого места his body. Хридас Тхакур оставил тело. And then says, and before buried, so пожелал закопать put in samadhi. Но перед тем, как положить его тело, English word, samadhi is a good word. Why? Because samadhi means закопать не очень правильное слово. Purvabdhai means самадхи. То есть он положил его в самадхи. In our grammatical explanation, если разбирать это слово грамматически, dhai means meditation. Sam means proper. Это properly meditate. So Хридас Тхакур правильное. Он погрузился в внутреннюю правильную вечную медитацию, вошел в это место. И прежде чем положить тело Хридас Тхакура в самадхи, Махапрабху took it in ocean. Махапрабху взял его, понес в океан, там омыл. From now, Samudra became great Tirtha, means pilgrimage. Тогда Махапрабху сказал, что с этого момента это Самудра стало великой Тиртхой. Махатиртха. То есть великим местом. So my spiritual master used to laugh. И мой Supreme Lord himself, he used to take bath. It not considered like a Mahatirtha. Он смеялся, but когда слышал это, потому что он говорит, что сам Господь вошел в этот океан и омывался, то после этого никто не называет это Махатиртхой. Но когда этот же Господь занес туда тело Хридас Тхакура, тогда он сказал, что вот это, с этого момента это тело, это место стало Махатиртхой. Этот океан стал Махатиртхой. And then Хридас Тхакур, when he actually after passing the body, затем Хридас Тхакур после того, как оставил это тело, Махапрабху heart, выразил, то, что у него было на сердце. Пытаюсь это найти. Сунна хойла медини. Медини means universe. Сунна хойла медини. Сунна means empty.
Шунья You это know, separation пустое, like that. пойло это стало, а медина это I think I вселенная. explained Что вся yesterday. вселенная опустела. Рупа Госвами, Мне кажется, вчера я это объяснял, когда Рупа Госвами остался He also И Рагунат Дас Госвами, он ровно то же самое сказал. Сунна, это Махагаштам. Что весь мир опустел. Вриндаван become empty. То есть весь Вриндаван стал пустым. In spiritual vision, there is explanation that kalpa prakshana mayabhum есть такое объяснение, что kalpa forest with wish fulfilling tree and то есть лес eternally divine couple деревьев with their associate manifesting pastime. В этом Вриндаване вечно Божественная Чита проводит свои игры. Но в разлуке с Рупа Госвами Рагунат Дас Госвами что сказал? Весь Вриндаван опустел. Одолеваемый разлукой с Рупа Госвами. Why we don't have such separation? Для него все опустело. Нам нужно понять, почему у нас нет такой разлуки. Потому что у нас нет отношений. When we have relation, когда у нас будет отношение with anybody, с кем бы то ни было, then definitely, if тогда вне всяких сомнений, something obstacle takes если place что-то, for that person, какие-то препятствия у него в личности, we feel separation. Like мы уже будем ощущать эту боль. Разлуки. We can see that when some boys Например, in dangerous видеть, position, когда какие-то boys мальчики, feel so much separation. Они попадают в опасную ситуацию, их матери, они ощущают вот эту боль. Boys mother is most, well, we can say the best well-wisher. Мать for это all лучший mother is best благожелатель. If something happens, если что-то children, случается mother, с ее ребенком, in more in separation, мать than погружается others. В это настроение разлуки Therefore, relation больше, чем кто бы то ни был. How to establish relation? Поэтому наша цель это установить взаимоотношения, но как их? That is explanation. Есть объяснение. No, there's some procedure есть некий процесс, to establish relation. Как установить эти Only задачи. One very simple procedure. Очень простой What процесс. Procedure? Какой процесс? It's like a service. Это служение. Do everything это делать in все favor of object of service. На благо объекта. Our object of service is Lord Chaitanya. Our object of service is Radha Krishna. Тоже Our object of service is Guru Vaishnava. Это Гуру Вайшнава. Do everything in that favor. Мы должны все делать, Then you can чтобы see порадовать их во благо. That Тогда мы можем увидеть, anything happen, что если что-либо произойдет, which is not favorable for temple, favorable for Guru Vaishnava, не будет favorable неблагоприятно for, для Гуру, храма, Bhagavan, или Бхагавана, we feel so much separation. Мы будем If any Vaishnava disappears, мы будем разлуку ощущать. We feel separation. Если Вайшнав какой-то оставит этот мир, мы будем ощущать эту разлуку. Extreme separation. Невероятную разлуку. So therefore, also if you look, и также, если вы посмотрите, Махапрабху, Шикшаштака, separation. Он описывает you эту know, разлуку. He explained that. Как он ее описывает? Jugaitanga Nimeshana Nimeshana Chakshusha Pravishahitam Sunnate Jagat Sarvam Jagat Sarvam Sunnate Jagat Sarvam Sunnayetam Jagat Sarvam Govinda Virahiname Govinda Virahiname Govinda Virah Govinda Virah Govinda Viraha means Govinda separation. Govinda Viraha означает разлука с Говиндой. Jagat in your hearts empty. И вся вселенная она пустеет. And one blink of eyes когда make мы feel моргаем, like one juke нам кажется, eye.
что целые юги проходят. Вот это мгновение, потом моргание. So therefore, our all Guru Varga establish Guru-varga, они устанавливают and engage us to serve. И тем самым задействуют нас в служении. Rules and regulations. That's question answer, you know. Правила и предписания. Rules and regulations first. Через и метод видхи, путь видхи. When we follow rules and regulations properly, когда мы будем следовать правильно этим правилам и предписаниям, тогда постепенно у нас возникнет любовная привязанность, называется анурага. Все наши гуру-варга, они рагатмика. И мы являемся последователями. Мы должны следовать по их стопам. We have to follow their footsteps, therefore we have to establish service mood for them. И нам нужно установить какое-то настроение служения по отношению к Ним. No matter it is my favorable for not. То есть неважно, это благоприятно для меня или нет. Все, что бы они ни сказали, мы должны пытаться этому следовать. Конечно же. If they say something если они говорят что-то that we should think about it. Чудное, странное, if say something, somebody to kill. То есть не соответствующее описание, например, убить кого-то, то мы должны подумать, прежде чем мы это что-то делаем. Или вы можете чувствовать, что там какой-то есть свой интерес замешан, корыстный интерес. Потому что это кали-юга, все возможно. Поэтому нам не следует такие наставления выполнять. В кали-югу очень много проблем. Везде проблем. То шунно, это дукха мадде кон дукха хай гуру таро. So most severe distress наиболее невыносимое страдание в этом мире это страдание от разлуки с преданным, который оставляет. Мукто мадде кон джи мукто кори маджани Кришна пем джар чи мукто широмони. Мукто мадде кон джи мукто кори маджани. Мукто. 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 Мене мукти. Everybody want мукти. Все желают освобождения. But Krishna Bhakta, I heard, they says, they don't want Mukti. Bhakta говорит, что они не хотят. How is it possible? Как это вообще возможно? You may have some question. How is it possible? Krishna Bhakta doesn't want Mukti. Как это, что Krishna Bhakta не хочет освобождения? Не желает. We know several type of Mukti. Мы знаем, что существует несколько видов Мукти. Mostly five type of Mukti. Sarupa Mukti. Есть сарупья мукти. Сарупа means same form of Lord. Сарупья мукти это точно такая же форма, как и у Господа. Like Гаджендра. Как Гаджендра means there is an elephant. Был один who was in previous life who was по имени Гаджендра, который в предыдущей жизни был Индрадюмна Махараджа. That is Гаджендра. That Гаджендра. Вот этот Гаджендра. You know, I don't like to go through so many so deep history. Just like when Gajendra realized, in brief we can say, Gajendra means one elephant, powerful elephant. Gajendra был очень могущественным своим. И когда он вошел в озеро, его comparatively the elephant body is small. Крокодил, если сравнить его со слоном, то он не очень большой. И у слона было такое эго, что быстро вытащу из воды. Finally, но так как он Gajendra был уже в воде, ему это не удалось. И крокодил все больше и больше затягивал. Long year, thousand years fight. Воду.
Эта битва and he became продолжалась weak тысячи physically, лет. And crocodile Он pulling уже him more and more ослабел. Deep Крокодил water. Его все больше и больше затягивал в воду. А Гаджендра ослабел. So what happened? Что тогда произошло? So when he wasn't feeling that, he's Когда он начал more weak. Понимать, что Because он слабеет. Because of the previous life, he has spiritual practice. Но он начал понимать, что он слабеет. So he just так как prayed он в прошлой to жизни Lord. Занимался духовной практикой, Lord, он вспомнил, и он взмолился Господу. And cut и тут же crocodile. Проявился Господь, который Make. Своей чакрой обезглавил этого крокодила. Also deliver. Таким образом, крокодил, он был освобожден, он получил освобождение. He was actually Хуху Гандхарва. Он был Хуху Гандхарвом. So he just went back to Gandharva. И он вернулся But опять Gajendra, к Гандхарвам. He got this Lord а он обрел Сарупьяму. Very strange, you know, он стал, in this spiritual abode. Форму, как у Господа. If you go there, then everybody has four arms. Очень It's very difficult to realize там, who is real Vishnu. Там все выглядят как You know, real Vishnu все имеют two footprint of him. Вот. Единственное отличие, что у Господа Вишну, у него есть два отпечатка от стоп Бригумани. Вот это единственное отличие. Так все они одинаковые формы. Then we can say that is like a different personification. Но у них нету стоп Бригумани на груди. Тогда это просто разные личности. Вот. Это вот такой один из типов Сарупья. Саюджа, merge. Саюджа это слияние. Merge with Lord, but it is not possible to merge with Lord. Но это невозможно, не совсем слияние. Невозможно слиться с Господом. Effulgent ray from bodies coming От тела Господа исходит сияние. So when сияние. Our meditation, и когда мы to медитируем, merge with ray, that is called. На то, чтобы слиться с этим сиянием, вот это освобождение называется саюджа. Но вайшнавы этого не желают. Этого мукти вайшнавы не хотят. Then, Дальше идет салокья. Это та же обитель Верховного Господа. Then, то есть здесь с ним в одной... Састи, это жить. Рядом с Шашти, это иметь тоже достояние, что угодно. We have. But Vaishnava, вот такие есть виды освобождения. Vaishnava, what they Но Vaishnava, чего они? Vaishnava think, Krishna Premajar, Shri Mukta Shiromani. Krishna Premajar, Shri Mukta Shiromani. Who has Krishna Prem? Where they are Думаю, staying? Что те, кто имеет Krishna Prem, they are not Their destiny is not вот это и есть высшее destiny высшее богатство. To serve Lord physically. Ихнее желание, желание преданное, eternal form, всегда служить eternal, Господу в своем age, вечном теле, которое имеет вечный образ When и вечное Lord, служение. That means you are in the abode of Lord. А если мы служим Господу, это означает, что мы уже в обители Господа. Мы, мы находимся рядом с Ним, и мы, получается, обладаем всем тем, что Он обладает. Поэтому преданность — это очень разумно. Кришна према, любовь по отношению к Богу. Према бхакти, бхава бхакти. Према бхакти is love for Krishna. Према бхакти это любовь. Love means Krishna. There is no material expectation. Что нету никаких ожиданий. Only to do everything for the object of love. Это делать все ради удовлетворения того, кого мы любим, объекта нашей любви. Без каких-либо ожиданий. Делать все во благо, в радость того, кого мы любим. Вот это и Кришна према.
do everything for Krishna. То есть Кришна предназначает делать все для Кришны, делать с любовью. Это из бхакти. Krishna bhakti and Krishna prem. Когда у вас будет Кришна бхакти и Кришна према. No need to say, O Lord, I want Samipya Mukti. Нет нужды тогда говорить, о Господь, я желаю Самипья Мукти, Салокья Мукти, I want Sasti. Или Сашти. Automatically it is there behind. Автоматически Krishna. Это все придет, потому что это все следует за Кришна Бхакти. And Rup, same form. Not with this form we cannot serve Lord. Вот. А Рук, то есть такая Lord's же форма. Form, but Lord will give us nice form. Мы не можем служить Господу в этой форме. Поэтому Господь даст never sweating, нам одну из своих удивительных образов, где мы сможем служить. Right? And humid. So many sweat. Вот, and whole day I'm just looking вот, for my 40 body. Градусов. This is sandy things coming out. Вот. I don't know why. And the salt. Вот, when I wash it and come the water как будто to my mouth is all salty. Вот, and мое тело как будто такое, как какая-то соль с него выходит целый день. Не знаю, что происходит сегодня. Because material world, но material это материальный мир, материальное тело. But Lord so, when give вот us the body, но Господь, it is not sarupa, but such a body, Он не даст нам сарупу, такую же облик, как у Него, но оно будет вечным, исполнено Божьим. Vaishnava, they are for their language. Because Krishna prem allowing us to serve Krishna. Krishna prema позволит нам служить. Service means we serving as servant. Служение означает это делать что-то как слуга. Therefore, definition of our mukti, liberation age. Определение нашего. Krishna angri labha mukti. Таково. Means through the just Krishna angri to get Krishna's lotus feet. Это желание обрести to get Krishna's lotus feet. Стопы. Angri means lotus feet. Krishna means Krishna. Krishna's lotus feet. Krishna это Krishna. Love. Okay. That is called mukti. И любовь к этим. How to get Krishna's lotus feet? Это есть. То мукти, которую мы желаем. In this regard, как его обрести? In this regard, как обрести there такое is мукти? И в этой связи explanation есть одно описание, объяснение from Chaitanya Charitamrita. Из Чайтанья Чаритамриты. It's a Krishna naam hote paave, Krishna naam hote paave, Krishna racharam. Through chanting Hare через воспевание Hare Krishna Махамантры, мы сможем обрести lotus feet of Krishna. Мы сможем обрести лотосные стопы. The Krishna prem will appear. И Кришна према Krishna naam, проявится через Кришна нам. Through Krishna naam will be а через Кришна нам мы Krishna достигнем lotus освобождения. Service of Krishna's lotus feet. Достигнем служения лотосных стоп. So this is the. So what we want? И чего же мы желаем? Чего вы желаете? Knock your постучитесь heart. В сердце и спросите, knock your consciousness. Что там? Then оно you can желает? See, чем as a Krishna's devotee, we want и как преданные Кришне, мы желаем лишь служения Кришне. Как только у нас появится такое желание по-настоящему, все это сашти, самипья, салокья, все эти мукти, они будут следовать за вами. No need to pray. И о них не нужно будет therefore, молиться. Krishna prem jar. Who has Krishna prem jar? Кто обладает Krishna prem? Say mukto shiromani. Say mukto shiromani. Mukta means liberation. That is crown mukutana. Crown of liberation. The best liberation. Он обретет лучшее освобождение. То есть our original, можно сравнить, что такое корона, которая украшена драгоценным камнем. Our source, корона освобождения. We can see all we are coming from. Кришна бхакта, а не какой-то драгоценный камень, украшающий эту корону. Lotus feet of Lord.
Мы желаем лишь лотосный стоп Господа. Бхакти садма, бхакти садма, бхакти садма это дом. Шри Радхарани, Гуру Радхарани. Гуру это Чарана Падма, lotus feet of Радхарани. Чарана Падма это лотосные стопы. Шимати Радхарани, это дом бхакти. Радхарани is place or potency of Кришна. Что такое Радхарани? Это удряющая энергия Господа Шри Кришны. Expansion of Кришна. Это можно сказать экспансия Господа Шри Кришны. Сей Кришна, сей Радха. Сей Кришна, сей Радха. Who is Кришна? Тот, кто является Кришной. You know, он же является Радхой. Читание Чайтана Чаритам also says. Радха Пурна Шакти, Кришна Пурна Шакти Ма. Дуй востуте бхеданай састра парамана. Радха is absolute potency. Радха на абсолютная потенция. And Krishna Purna Shakti, object of potency. Это тот, кто обладает этой потенцией. Object of potency. Right? Am I right? Source of potency. Source and object are the same, right? Anyway, source of potency. Purna Shakti Man. Purna Shakti Man. Yeah, source of potency. Dui Vastu Te Vedanai. Means there is no difference between two. И нет разницы между ими обоими. Krishna, Sri Radharani. Поэтому тот, кто является Кришной, он же и является Радхарани. The Radha's lotus feet, if it is home, then Krishna's lotus feet is our home. Если наш дом это стопы Рады, это означает, что наш дом и стопы Кришны. Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупада говорит, back to home, back to Godhead. Обратно домой, обратно Богу. Back to home. Обратно Богу. Back to home. Our home is there. Где наш дом? Наш we дом can go to the там. Office. Вот это стоп. Office have so nice conditional room, nice chair. Мы можем, nice. Конечно, отправиться в офис. Там в офисе все очень хорошее. Хорошие But стулья, столы, все обустроено должным образом. After your duties, if someone say, stay here, will you stay? Но если вам кто-то скажет, что no, back to home. Вот после того, как вы закончите работу, вы можете остаться здесь. Останьтесь вы здесь, вы оставите этот офис, несмотря на все его благоустройства, и отправитесь домой. But still это дом, это дом. Что бы вы ни делали, что бы вы ни делали, мы всегда будем возвращаться. The order of Bosch. Home, потому что на работе мы не чувствуем себя как дома. Мы должны всегда следовать, выполнять приказы нашего начальства. Делать работу. As soon as you come to Vrindavan, then we can meet Krishna to serve, in order to serve him. Мы можем в Риндаван, так как наш дом, to serve him, где мы сможем встретиться с Кришной и служить ему. Simple theory. Для того, чтобы служить Кришне, нам нужно войти во Вриндаван. Это очевидно. So we have to always think about и нам нужно об этом все время размышлять. Какого мукти же мы желаем? Just Narottam Thakur. He come. Narottam Thakur, Bhaktam Thakur, I don't know. There is Jnana and Karma. Karma. Jnana and Karma. Karma allow us to attain Lab, Puja, Pratishtha. Karma позволит нам достичь Lab, Puja, Pratishtha. То есть славы, почести, признания. То, на что направлено right? Карма. Follow, если кто-либо идет по пути кармы, то какую to цель он преследует? Name, это обрести имя, recognition. Славу, почести. Гьяна. Гьяна. Which observing the Гьяна, кто идет по пути Гьяны, and think about the ray.
и размышляют об этом Lord Vishnu, сиянии Господа Вишну and merge to that ray. И желает слиться с этим лучом сияния Вишну. The both are actually both are like a poison for devotees. Для преданного и тот путь, и другое, они подобны яду. Previous teachers, поэтому наши предшествующие учителя, их Наратам Пастакур, Амрита болия жива хай, нана жони бхуми мори, кадар жо бхакшан кари, таро жанамо адхапате жай. Means карма кан, гьяно кан. И гьяно кан. I already explained that meaning. Я уже объяснил, что это означает. Какова цель этих путей? Кеволи бишера ханда. Кеволи бишера ханда. Pot что with это? Full of poison. Only that. Those tendency like a pot эти склонности идти по этим путям, это, они сравниваются с горшком полным яда. And if you drink it, если вы его выпьете, as a nectar, примите его за нектар, drink it. What will happen? Что произойдет? Амрита волия жива хай, нана жони бхуми море. Means that person will go through so many lives. Эта личность отправится in this material world. What do you mean? Скитаться в этом мире, only human, no. Рождаясь в различных tiger, силах. Sometime. Что you вы know думаете, this? В человеческих силах? Нет. I don't know. Someone's иногда fit in my computer, in my cell phone. YouTube only this different animal coming. Кто-то мне на моем телефоне включил YouTube с разными Buffalo. Видами животных. So many famous group of buffalo. Вот и там была такая группа tiger, group of tiger. Like, so many buffalo. Буйволами. They catch one buffalo. Там было стадо буйволов и one как tiger, раз в этот момент там один тигр, лев, он тигр-тигр. Он словил одного буйвола. Сначала он его за горло схватил, потом за ноги покусал. И другие буйволы подбежали, пытались испугать тигра. Но тогда они увидели, что буйвол уже оставил тело, поэтому они тут же все разбежались. Это такая жизнь в этом мире, она полна боли. Эта жизнь, она самая ничтожная, что есть у нас. Животные никогда не предадут вас. Если вы будете кормить их, собаку, если кормить, она всегда будет стараться служить вам верностью, прогоняя врагов. So therefore we have to be devotee. When person become a real devotee, поэтому нам нужно стать преданным. All the cheating propensity тогда will это pass. Вся склонность к обману no уйдет. Cheating propensity will take place in his mind, in consciousness. Эти мысли больше не будут посещать нас. Это очень важно. Therefore, our Guru Varga always insists to preach всегда нас вдохновляет проповедовать своим собственным примером. Why? Почему? The people, when they look, когда люди видят the devotee's life, although materially they образ жизни opulence, преданного, but internally, что несмотря на то, что внешне у них может быть и не быть много богатств, но внутри, поскольку у них в сердце пребывает Кришна, Кришна према, они являются образцом для поддержания. Если преданные что-то делают не так,
Или они говорят, что это не так. Это означает, что Кришна Прямо еще не утвердилась в их сердце. Поэтому пытайтесь воспевать. Если вы действительно желаете установить эту Кришна Прямо в своем сердце, вам следует служить чистым преданным. Он или она, как Джахнава Мата, потенция Господа Нитянанда. So Jannava Mata, if you look over the age woman, you know, если вы посмотрите, что, о, разве на женщине это невозможно? Не думайте, Джахнава Мата тому прекрасный пример. Devotional potency. If they are free from cheating propensity. Если эти личности, они свободны от склонности к обману и воспевают чисто, then no harm. Тогда все хорошо, нет вреда. Мы не должны ненавидеть женщин. На самом деле мы должны выражать почтение женщине. В обществе Гаурия Вайшнав мы уважаем женщин. Except some boundary. Есть некие правила поведения. Women, they are keeping in high respect. Но как мы должны вести себя? Right? Но am I right or wrong? Их уважаем. Women in the home. То есть мы их не отпускаем на улицу одни. Respectable manner. И в этом наше уважение появляется. Society, they are trying to keep women in home. Мы пытаемся их оберегать у себя. I saw my father. Я видел, как мой отец, все, что бы он ни зарабатывал, he gave to mother. Mother, он отдавал моей матери, а мать уже yes, всем fact. Управляла. So, is that so? Yeah. That is the way to make family peaceful. Такой в путь сделать семью. Anyway, so. Mukto Shiromani, Krishna Prem Jar Shai Mukto Shiromani. So that what is it? Gyana Kando, Karma Kando. We should not follow. We should follow Mukti Kando. Srimad Bhagavatam, we can see. In the Srimad Bhagavad Gita, we can see the three part. 18 chapter divided by 3, 6, 6, 6. Что она разделена на три части. Three part. По шесть глав. The what part? First six. Первые шесть глав. Is karma kanda. Это карма канда. Last six chapter. Последние шесть. Это гьяна канда. Middle six chapter. Но посередине. Это бхакти канда. And means part. Бхакти part. Канда это путь. So anyway, so if you look. Если intellectually look, then you can see. Разумно. Looks like gyan. Это выглядит так, что гьяна и карма, они скрывают бхакти, преданность. Everyone has gyan. Каждый имеет знание. Then tendency to get name and fame. И у каждого есть тенденция just like you become opulence, God. У каждого есть тенденция к славе и почести. Но это все нам нужно оставить. Like a lotus flower. Это можно сравнить с цветком лотоса. No fragrance. То есть когда его open the petal, когда он закрыт, то запах не исходит, но как только он раскрывается, когда он начинает, then fragrance comes, devotion comes. Благодать. What is sun rays? Sun rays is called. Когда лучи солнца не попадают, он раскрывается. Что это за лучи солнца? Это лучи милости Гуру Парампары. Когда они придут к нам, наш лотос, лотос нашего сердца, он раскроется, чтобы благоухать преданностью. Always we should try our best way to establish service mode in и как обрести эту милость? Через служение. Поэтому во всех отношениях, что бы ни происходило, мы должны всегда стараться утвердить в себе сознание. Вот севаки,
настроение служения, служение самопредания. Самопредание кому? Lord. Лотосным стопам Господа. And bhakti, fragrance will appear. За лотос, за Бога, за благоухая, we can get opportunity бхакти, to establish our real identity. И у нас появится возможность установить нашу then we can replish. Сварупу, вечное торжество. So, fix your mind. И тогда мы станем we навеки блаженными. Поэтому зафиксируйте свой ум на этом. Не думайте о каких-либо других видах освобождения. Желайте лишь одного освобождения. Вечного служения лотосным стопам. А для этого всегда воспевайте Харинам, служите Вайшнавам. И постепенно вы обретете эту Кришна Прему, которая называется Мукта Широмана. Thank you very much. Спасибо вам большое. Hare Krishna.